Николай, добрый день. Мне хотелось бы у вас спросить, вот вы у нас сегодня в школе мультимодельер были, и появились у нас некоторые вопросы. Скажите, пожалуйста, откуда вы узнали о нашем курсе? Я узнал при помощи интернета. Просто ввел в поисковике в Яндексе курсы по реставрации обуви, собственно говоря, и там нашел. Вышел на Романа Инстаграм, нашел там контакты, с ним связался, когда будет обучение, выяснил. Вот таким Всё образом, ясно. Простым. То есть, ну, вас заинтересовал Инстаграм, и то, чем Роман занимается, и поэтому вы... Да, совершенно нашел. Верно. Ага. А скажите, пожалуйста, Николай, как вы считаете, нужны ли большие деньги для открытия химчистки или мастерской после первого дня нашего курса? После первого дня курса я понял, что финансы, конечно, должны быть, но не такие, скажем так, грандиозные, как я думал до прихода на курс. А во сколько примерно раз ваше представление о старте малого бизнеса в этой отрасли уменьшились? Как минимум в 3 раза. Очень здорово. По-моему, это да, классная экономия. Хорошая экономия. Спасибо большое, Николай.